Всем привет! Сегодня у нас обзор не каких-то там новинок, а более, я не знаю, какой-то обзор хвастовства или своей радости, потому что я наконец-таки добыл для себя, а именно добыл, потому что я не знал, как собрать себе скриликса, вы уже увидели это по названию заставки, как собрать какие-то определенные епишки, и мне попался бокс, считайте, просто с наилучшими моментами его творчества, потому что... Блин, все-таки, кто слушает электронщину, по-любому заценит данный обзор, заценит данный бокс и скажет, что вау, это круто, потому что это реально круто. Данный человек был номинирован 5 раз на Грэмми все-таки. Он занимает второе место в пятерке самых высокооплачиваемых диджеев мира. И там какой-то... и, по-моему, входит там в пятнашку лучших диджеев мира. Что-то там такое. Короче, этот человек просто... Просто я даже не знаю, как это описать. Он очень крут, очень крут. Поэтому я думаю, все, кто смотрит данный обзор, либо интересуется вообще посмотреть что-то новенькое, зацените данное творчество данного исполнителя Скриликса. Но Сони Мур, если что, его зовут. Но, мне нравится именно начальное его творчество, дабстеп, это вот первые епишки, которые вошли в данный бокс. И немного отойдя от темы, быстренько просто пробежимся, такой экскурс, хотя что я вас учу уже в интернете не первый день. Если вдруг YouTube блокирнут, у нас в описании есть ссылочка на контакт, поэтому заранее подпишитесь, все наши обзоры будут всегда выходить там на случай там вообще апокалипсиса. Тут-тут-фу. Не дай бог, всем мирного неба над головой. И подписываемся на наш телеграм-канал, ссылка также будет в описании, туда я какие-то предзаказы кидаю, обзоры, поставки свежие, там уже достаточно много людей, свое комьюнити, никого левых, чисто такое дружеское общение, поэтому подписываемся, всегда будем всем рады, что там и остальные соцсети, инстаграм, фейсбук и так далее, все это будет в описании к видео и вообще у нас на канале. А теперь погнали. Вот такую красоту я себе выцепил. И сразу скажу, что меня удивило, что этот бокс не просто там какой-то картонный, он пластиковый. То есть вот это вот кусок пластика, причем толщиной он 3 мм. Каждая стенка 3 мм толщиной. Он. Ну прям вот пластик. Это круто. Но это его минус. Пока он до меня доехал, он прям склеенный. Вот чуть-чуть вот отходит. Это, естественно, можно подклеивать, но я уже пытался подклеить, естественно, сделал все аккуратно, но он настолько хрупкий, его начинаешь как-то гнуть, она опять трещит и опять отклеивается. В общем, я оставил нижнюю сторону так, думаю, ладно, все равно стоит на полочке, я больше им любуюсь, чем каждый раз достаю. С лицевой стороны у нас логотип Скриликса. Надеюсь, его видно, потому что он сквозной, и внутри лежат епишки, которые просвечиваются через сам вот этот бокс. С торцов ничего нигде нету, с обратной стороны тоже ничего нету. Вот такой вот он, черный, матовый, очень приятный на ощупь. Вообще, у меня счастье полные штаны, что я его наконец-таки нашел. Вот, естественно, с рук, не новый, но в отличном состоянии. Вот так вот он красиво открывается. Давайте поставим. Прям вообще вещь хрупкая, я прям за нее переживаю. Все это лежит на таком поддоне, коробочке, она картонная. То есть, в принципе, почему нет? Сразу же нас встречает вот такой буклет. С лицевой стороны у нас тот самый логотип, который просвечивался сквозь буквы Скриликс логотипа. С обратной стороны у нас здесь написано епишки, которые сюда вошли. Это Scary Monsters и More Scary Monsters. Да-да-да. И Бен Гаренг. Короче, в общем, не ругайте меня за мой английский язык, но все, я думаю, поняли, что здесь. Три епишки, которые просто бомбические. Настолько разрывные. Я помню, в свое время еще, я, наверное, учился. Слушали их все. Просто из каждого утюга они звучали. Я думаю, вы понимаете, о чем, кто знает данного исполнителя. Буклетик не супер толстый. Сразу нас встречает вкладочка вот такая. С кодом для загрузки. Он достался мне с рук. Я, конечно, пальцами закрою код, но я не знаю, работает он или нет. Я никогда не скачиваю вот эту. Хотя, там были еще на епишечках ремиксы, а на виниловой версии они, естественно, не вошли. Хотя ремиксы были очень крутые. Там Dirtaphonics, по-моему, еще кто-то там, ну, крутые. Но благодаря вот этому коду можно загрузить даже вот эти бонус ремиксовые версии. Так что тоже неплохо, тоже неплохо. Далее. Внутри нас встречает вот такой буклет, причем на толстенном картоне, прям, ну, жирный, с великолепной печатью, вот наушники его битсы, все знают, всегда он прошки, по-моему, носил, если не ошибаюсь, они называются, и вот сам Скриликс, то есть здесь фотографии какие-то редкие, с вечеринок, почему нет, такую красотень, опять же, даже внутри каждой страницы это толстенный картон, смотрите. Собирал просто гигантские стадионы, залы. Я даже помню, в России его привозил Радио Рекорд, если я не ошибаюсь. Играли, по-моему, они в Аврора Концерт Холл. Тоже, опять же, не кидайте у меня, если я ошибаюсь. Помню, вообще вечеруха была отменная.
Опять же, это там уже лохматые года. Вот такая красота. Буклет достаточно такой небольшой, но этого вполне хватает, чтобы понять, чем вообще человек занимался. Если кто-то вдруг просто купил этот бокс и не знает, что это, как это все происходило. То есть тут и фейерверки, салюты, его диджейские установки, вот эти все вертушки, сцена вот эта собрана. У него сцена всегда была такая красивая, там, в виде какого-то космолета, что-то вот такое. Эффектов немерено было. Далее. Вот такая, ну посмотрите, ну классно же. Прям вот я каждый раз хочется опять сюда заглянуть. Я пересматриваю, я не знаю, этот буклет уже кучу раз. Это вообще великолепие. Великолепие. И с обратной стороны, как я говорю, название всех трех EP-шек и благодарности людям, которые принимали участие в записи. Ну, естественно, тут его лейбл, Осло, как-то так он называется, если не ошибаюсь, Big Beat. Ну и вот эти всякие выходные данные, штрих-коды. Далее, погнали. Нас встречают сразу три пластиночки. Короб вот с такой веревочкой, если что, картонный. Уже подзапылился даже успел, хотя странно на полочке стоял. Три EP-шечки. EP-шечки здесь, обложки претерпели изменения. В оригинале они там с большим логотипом, с какими-то там спецэффектами. Здесь сделали просто логотип на белом фоне и название самой EP-шечки. Причем написано, что это EP в скобочках. С обратной стороны у нас трек-лист каждой стороне пластинки. Тут по 2-3 трека на каждую сторону, немного, немного, но самый жир здесь собран. То есть здесь вот, ну, оригинальный состав без ремиксов. Внутри каждый вот такой вот у нас уже начинающий желтеть просто конвертик, причем с антистатической вставочкой. Почему их сейчас не везде вкладывают, я не понимаю. Вот, вот, диджеи вкладывают просто в свои релизы. Ну понятно, что они производство, но все-таки. Винил записан просто великолепно, звук шикарнейший, то есть слушать на виниле Скриликса это просто одно удовольствие, ребят. Я прям кайфанул. Далее у нас вторая EP-шечка идет, все тоже оформление, с обратной стороны также трек-лист каждой стороне пластинки. Здесь также у нас по три трека с каждой стороны. Все то же самое, такой же конверт, антистатическая вставка, черный винил. Причем черный сюда подходит, прям строго мне понравилось. Я еще думал, может было бы интересно цветной замутить, там красный, например. Нет, все-таки прям уже вот как классика. Классика электронщины. Потому что нынешнее творчество Скриликса мне, ну, далеко не все нравится, признаюсь честно. Хотя есть интересные там треки какие-то, полудабстеп, какой-то трэп, там с рэперами какими-то композиции есть. Далее, третья EP-шечка. Здесь у нас 4 трека и 3 трека. 4 на первой стороне, 3 на второй. Опять же, трек-лист каждой стороне пластинки, выходные данные, лейбл Осло. Причем обзоров я, кстати, специально помониторил на данный бокс. Там, по-моему, один обзор я точно нашел англоязычный. И все, наверное. То есть мне даже приятно снять. Я понимаю, что просмотров, скорее всего, будет немного. Поэтому, ребят, поддержите, пожалуйста, лайком. Вряд ли кто сейчас вспомнит Скриликс. А молодежи, наверное, Скриликс вообще подавно не интересен. Буду очень благодарен лайку. Там, я не знаю, поделитесь с кем-нибудь. Тоже приятно будет. Потому что приобретение прям вообще кайфовое. Ну и последний, третий винил. Третья EP-шечка. По звуку, опять же, повторюсь, все просто великолепно записано. Шикарнейшим образом звучит. У меня отдельная любовь всегда была к тому, как звучит электронщина на виниле. Тому подтверждение, опять же, теперь я услышал, как звучит дабстеп на виниле. У меня много драм-н-бейса в коллекции. А дабстеп звучит, ну, так подавно просто. Ух, пушка, бомба, разрыв. Поэтому, кто хочет себе такой в коллекцию, я видел, что еще где-то с рук такие продают. Опять же, я не буду это все разглашать, но продают. Могу сказать, что даже в моем городе, в Санкт-Петербурге, сейчас в продаже у человека имеется. Его можно найти на каких-то вот перепродажных площадках. Ничего не рекламирую, сами поищите, я уверен, найдете. Так что рекомендую к покупке, если вдруг понравится. И рекомендую ознакомиться как минимум с его творчеством начальным, именно вот этими первыми тремя EP-шками или первый альбом My Name is Skrillex вообще, помню, выходил, тоже достаточно неплохой. Вот, а дальше уже по желанию. Спасибо, что посмотрели обзор. Опять же, поддержите меня пальцем вверх, подписывайтесь на все наши соцсети, а также ВКонтакте и Телеграм, они там самые первые в описании к видео. Будем рады видеть всех. Всем прекрасного пополнения коллекции, даже в эти нелегкие времена. И только хорошей музыки. До новых встреч, пока!